Я не сомневаюсь в технической реализации этого трека. Produced by Steen. Ну да, обложка нам, в принципе, показывает, что нас здесь ждет. Нас здесь ждет что-то наподобие предыдущего альбома. Сидоджи. Потому что в этом он безумно силен. Бигфут, альбом его, слушали мы. Это разъеб конкретный. Это стиль, агрессия, это харизма, дикая просто ритмика, техника. Очень-очень силен Сидоджи. Вот. Warning, бля, ёпта. Давайте послушаем Warning. Что это за трек вообще? Ну, типа, я не вижу тут гадать и выдумывать что-то замысловатое. Мне кажется, это разъеб, месиво, грязь и все, да, в общем-то. Слушаем. Вот сразу залетает моментально, в ту же секунду начинает выдавать атмосферу, да, нас не кошмарят битом полминуты. Я наношу максимальный урон. Поставим твой гараж на ту сукан. Шутер не тот, за кого себя выдает. Ведь он только спускал в ёбу лука. Мейси каркой, Джейсон как бой. За мной не раз уже светятся дроны. Этот звук, он как сам в октагоне. Раздавил клоуна в бега ладони. Я выжил из ума в апокалипсис. Ставил дубы мифланом в паре клиз. Правил атаку, блядь, улетает и сон. Блэк Джофф испугает собаки свисток. К ним вывозит гуд гейм кей, Хейтер пополнил мой счет на Apple Pay, Я еще даже не начал, вей, Увы, дефолт, хуги, дефолт. Твой лук, твой звук и шлюха, дефолт. Она любит тимворк, ее пустите болт. И смотрится от крысу, танцует с дефолт. Матрица вижу, нарубил мясо, навряд ли ты выжил. Натащил дипланов на пассатиж. На бухловый толпой скинули скрыш. Позы тоны, мы иконы. Брови, да. Я всегда имею альби, прямо ментальный. Я не фрик займы, кидаю хайки, гуси бой белый, как пластик. Нет, мы не с камеры. Позитоны, мы иконы. Тестим Тоби, максимальный брови, да. Вот я вижу, чат пишет по поводу агрессии. Вот я когда слушал, мне не оставляло ощущение того, что местами, где он вот там миндальный, вот некоторые прям выкрики, да, которые идут не на скорости. Вот охуенно Сидоджи выдает на скорости агрессию. Прям вот когда он идет с тараторкой, с такой прям с вайбом с диким, да. А вот здесь размеренный такой, размеренный тяжелый вайб, и местами казалось, что, ну, очень много контрастов здесь настроение, очень много контрастов. И, возможно, из-за обилия контрастов, из-за того, что, ну, типа, очень много разного настроения, и вот он купался из настроения в настроение, да, вот переходил постоянно, и, соответственно, где-то потерял он немного вот нативность агрессии, нативность экспрессии, которую он показывал, да, и которую он обычно показывает. Возможно, из-за темпа выбранной композиции, возможно, из-за огромного количества вечных переходов.
Ну, типа, я не поставлю этот трек в один ряд с треками, там, Каскадер, например, да, или там Бигфут, или там Deathflip, да, Deathflip. Это пиздец. Здесь я понимаю, что, типа, ему-то нахуй делать эти треки одинаковые, да, там, он сделал вот эти Каскадеры, то, что я перечислил, он все сделал, типа, ну и давайте дальше попробуем. Это, типа, проба того, что еще можно сделать, чтобы как оно звучало интересно. Вот, и получалось то, что получалось, чтобы это оставалось в его стиле. Да, вот только, в принципе, облога показана, да, ковер вот здесь есть, он, вот, в общем-то, он вот такой вот у него стиль и есть. Это все хорошо. Но с точки зрения именно... С точки зрения именно вот какой-то нативности, по структуре охуительно вообще все. Интрушка очень четкая. Бриджик здесь хорошо идет. Да, интрушка, кстати, дерзкая. А в куплете очень много разного. Очень он настолько разнообразен. Структура тут 100% 10 баллов. Да. Аутро тоже. То есть трек идет 3 минуты. Для кого-то он душным, да, может показаться. Ну, в принципе, не знаю. Более-менее пойдет. Потому что тут темп невысокий. Если бы здесь был очень, очень быстрый темп, и нам бы тараторили одинаково и долго, вот это была бы проблема. Здесь он, в принципе, нас так плавненько, плавненько возит по своим задумкам. Что-то в этом есть. Неплохой трек. Возможно, нужно переслушать его, больше вникнуть в него. Но ощущение того, что некоторые моменты в треке, которые прям жесткие, они типа, ну, не совсем додавлены, как вот оно типа есть, да, нативности не хватает. Потому что обычно, да, у Сидоджи с харизмой, с естественностью экспрессии вообще вопросов не возникает. Но это, скорее всего, когда темп побыстрее, когда он прям там, его это, блядь, разъебывает, да, он прям накидывает. Поэтому такое. Что будем слушать дальше? Да, кстати, ребят, голосуйте в телеге. Лайкосы ебашьте, кому не впадлу. Кому впадлу, не ебашьте. Да. Давайте проголосуем за оценочку. Проставим, да, структура 10 баллов, 100%. Атмосфера 4 балла за счет того, что нативности нет, да? Кое-где. Реализация выбранного стиля. Реализация с точки зрения технической, да, с точки зрения... Ну, все четко. Не верю, я ему в харизме убавлю. Так-то что? Что он не реализовал? Так, все заебись. Рифмы и образы. Я нашел максимальный урон, поставим твой гараж, статус угон, что турнир этот закусил, выдает, ведь он не только спасал на курок, только. Мессим хардкор Джейсон, как Борн. Все дроны, это закусил сэмпл в октагоне, слэм, раздоклонов мегаладонью. Из ума в апокалипсис, вставил тупым ебланом по паре клизм, провел атаку, мразь улетает вниз. Чтобы испугает собачий свисток, панчик кулаком бога, как бы ВМХ, то есть Серега Васильевна Гема, еле пополнил мой счет на Apple Pay. Ух, дефолт, хуки, дефолт. Твой лук твой. Сука, шлюха, дефолт. Он любит тимворк. Ну, ничего. 8-9. Тут на ритме куда, конечно, очень большой упор, который полностью, да. Сейчас ебалом иконы, максимальный профит. Кидаю белый, как эластик. С камеры иконы. 8-9 баллов. 9 даже можно поставить. Да, годный, годный трек. Индивидуальность и харизма. 9 баллов. 9 баллов. Опять же, за того же самого, за чего и атмосфера стоит, да, не максимальная. Трендовость и популярность. 2. 2 балла. Раздавил клоунов бегало. В том плане, что Сид сам является, так сказать, создателем своего тренда. Ну, отчасти, конечно. Это, конечно, не то, что Оксимирон выдал, да, до этого нам полный пиздец. Вот, здесь, конечно, ну... Музыка более, так сказать, понятная, попсовая, да, ну, попсовая, блядь, в сравнении с тем, что там было. Популярная, да. Но я думаю, что это не 3. Ебать, я прям вижу, как тренд изменится. Все эти типы выйдут из темноты. Да, вполне, конечно, конечно. То, что модно, то не модно. А то, что не модно, то становится модным.
То есть тренды меняются, и все это крутится по кругу, да. И, конечно, конечно, конечно. Я вышел из ума в апокалипсис. Ставил тупыми планом по паре клиз. Правил атаку, блядь, улетает ты сон. Блайк вновь испугает собачий свисток. Мальчик кулаком был этот ПМВ. Два или три? Да, два или три. Напишите либо двойку, либо тройку. Двое, два или три по тренду. По тренду. Что думаете? Ну вот мне тоже кажется, что ближе к двойке. Между двойкой и тройкой, но ближе к двойке. Точно два, три, два. С Ютуба больше троек привалило. Но двойки тоже есть. Не, здесь мнения одинаковые. Я поэтому три поставлю. О, два поставлю. Да, 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 да. Два поставлю. 64 балла. Трек очень крепкий. То есть по базовым оценкам можно видеть. Да, атмосфера кому-то зайдет пиздец там на 10 баллов, да, поэтому такое это все. Трендовость, не трендовость, типа похуй, да, это слушателям, если это нравится, им они будут максимально кайфовать. Я напоминаю, да, для чего существуют тренды? Для того, чтобы понять, в каком мире, типа, в данный момент мы живем, и что, типа, актуально, что не актуально с точки зрения, там, плейлистов, моды, да, моды на музыку. Это очень важно. Да, поэтому пока два, да, за трендовость музыки именно. Но в целом очень крепкий трек, очень крепкий. 9, 10, 10, 9. Пиздец оценки. Респект.